Всем привет! Меня зовут Ксюша. Я учусь в 11 Б-классе. Родилась в замечательном городе Чернигове. Он гостеприимен, очень уютен и полон добрых людей. Гуляя по городу, обожаю слушать музыку. И своей жизни без нее не представляю. Удивительно, какая же она разная, но на любое настроение и каждому по вкусу найдется своя песня. Увлекаюсь рисованием. Когда ты рисуешь, фокусируешь свои мысли исключительно на своем творении и забываешь о всех проблемах. Еще с детства я полюбила активный образ жизни. Все, что связано со спортом, мне приносит удовольствие. И в свое время направление, в котором хочу развиваться, я выбрала танцы. Это тот вид спорта, где ты можешь не просто поддерживать форму, но и наслаждаться тем, что ты делаешь. Каждое движение – это маленькая частица твоего характера, настроения. А танец – это целое искусство, это уже полноценная история. Танцуя, можно полностью передать свои переживания, эмоции, выплеснуть весь негатив или же наоборот, показать радость и счастье. Поэтому я полюбила танцы, и любому возрасту и поколению они присущи. Люблю пробовать что-то новое, искать себя. И принимать участие в конкурсе «Мисс» было совершенно спонтанно. На данном конкурсе я представляю Арабские Эмираты. Хочу показать небольшой видеоролик, надеюсь, он вам понравится.